Компания «Электромотор» представляет циркуляционный насос DAP VD55. Единый корпус, состоящий из чугунной гидравлической части и двигателя с мокрым ротором. Корпус двигателя изготовлен из литого алюминия. Рабочее колесо из технополимера. Вал двигателя из закаленной нержавеющей стали. Монтируется на подшипнике с графитными вкладышами, смазываемым перекачиваемой жидкостью. Кожух ротора и кожух статора выполнены из нержавеющей стали. Упорное кольцо из керамики. Уплотняющие кольцевые прокладки сделаны из этилена-пропилена. Пробка для выпуска воздуха из латуни. Работа на трех скоростях. Модель оснащена автоматическим клапаном. Технические характеристики. Производительность в диапазоне от 0,5 до 3,6 метров кубических в час. Напор до 6 метров. Диапазон температуры жидкости от минус 10 до плюс 110 градусов Цельсия. Количество скоростей 3. Максимальная мощность 70 Вт. Перекачиваемая жидкость чистая, не содержащая твердых частиц, минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, близкая по характеристикам к воде. Максимальное содержание гликоля 30%. Максимальное рабочее давление 10 бар. Степень защиты IP44. Класс изоляции F. Уплотнитель кабеля PG11. Монтаж с горизонтальной осью двигателя. По вопросам покупки обращайтесь в компанию «Электромотор». Контактный телефон 5 3 0 3 8.